ты стаки просто фул разряжаешь и на тебя босс и все, а тут будет тебе очень легко босс. Да нет, ты не споришь что ли? Поляй, что я не сдох. А чего ты сдох-то, вагон? Я сдох от того, что, короче говоря, молотки начало разряжать. В одну секунду там РДДшники, в общем, набили агро, то есть Лехе агро упало. И в этот момент, так как Леху он не считал как танк босс сам по себе, он просто развернулся и уебал по мне. РДДшнику-то похуй, ебашит он, ебашит. А следующий по агро мелик получает пизду. Странно. Типа даже ты опять не переагрил. Плюшка не переагрил. Рыба стоит. Уже видно, как он в агро берет, если успеть можно отбежать просто. Ну, мне это за секунду произошло, говорю же, РДДшники агро сорвали с танкой. Не знаю, я выжил. Не знаю, выжил ли Рок, уплыл следующий, я отбежал. Хаммер, че? Что там лапа приста можно, нет? Лап можно обновить. Чё, поехал. Вот.
демоны. Кстати, этот немножко одна фигня напрягает, поэтому больше замен в рейдах не будет. Если вы попали на замену, вы нихуя не получаете. Я тоже так руководил. Если, допустим, вот на ваще кого-то поменяют, то он нихуя не получит. Да. Мы же не понял, лут или ЕП или как? Лут ты и так не получаешь, если ты на замене. Это логично. Понимаешь, ну? То есть, смотри, если ты сидишь на замене, ты ЕП не получаешь, да? То есть нет смысла сидеть на замене, получается, сейчас, да? Что-то какие-то новые правила, там, скажите, как? Я говорю, что на замене кто сидит, нихера не получает. Хватит. Дохуя людей, которые сидят на замене и даже в рейд не могут зайти и не заходят в рейд. Мне это заебло, поэтому... Все, кто на замене сидят, вообще нихуя не получают. Ну, короче, если пришел и, допустим, нету места, ну, а там замениться хочешь, ну, или ходишь там постоянно в рейд? Ну, значит, ждешь, появится. Короче, смотри, я, допустим, пришел с работы, опоздал, у вас фулл рейд. Я пришел, написал, что я пришел, все, я как бы... Надо бежать. То есть я на замене ничего не получаю, как бы. Пошел в РБК, там, блядь, похую вообще, да? Да. Но! Я, допустим, день пошел на замене, ничего не получаю, в РБК такой сижу, и мне такой пишут, Левай. Там, как бы, знаешь, Лех, такая тема, вот, когда такой вопрос встает, там человек, которого, ну, в ситуации, если его просят пойти в рейд, то ему, как бы, надо что-то дать. То есть, помимо того, что боссов, которые убили... Человек, который будет заходить в рейд по степени нужности, он получит ЕП за предыдущих боссов. Вот я только хотел спросить. Вот оно так и делается, ну, по-хорошему. За КД, короче, получается. Нет, да, у нас что-то вроде такого было, да? Как? Да, у нас раньше это было. Потому что меня эта херня напрягает. Все хотят на замену,
Нихуя. Ну, в смысле, почему все хотят? Я вот не хочу на замену, допустим. Есть тема, когда, блядь, боссы, например... Тогда просто мест никто не будет уступать, если... Можно говорить, что есть. Пускай не уступают, мне без разницы. Типа, я, как бы... Можете не уступать, мне просто это... Мне лично это не влияет ни на что. А как будет, например, вот пришло 35 человек, ты раскидал 25, 10 в сторону? Да. Все, нахуй, с пляжу? Ну, если понадобится, зайдут в рейд. Ну, так большинство гильдий, старик, как-то. Типа, понадобишься ты на лече, старый, тебя присумонят, и тебе полные ЕП дадут за весь инс. Но прикинь, ты за 4 часа, сидя, протирая жопу, ни одной ЕПшки не получишь, если ты не понадобишься. Да, да, да. И не сможешь хоть, допустим, в пугаре. Спрашивается, нахуй надо такое счастье. Ну смотри, допустим, да, я сижу, жду, понадобюсь я, нет, на лече, понадобюсь, нет. Там собирают зуламан какой-нибудь или залупу, и думаю, бля, ну схожу, чё, зуламан, мы ж не ходим зуламан. И мне такие пишут, бля, пойдем. Я в итоге... У тебя есть выбор, ты можешь сразу пойти потом ливнуть и получить ЕПшку. Ты можешь вообще сделать как Ауди, и который вместо РТ пошел... Тихо, заразные, разойдитесь. Просто так он говорит, 4 часа на жопе просидел, прождал, и в итоге тебя не взяли, и ты просто просидел как идиот. Не, может еще просто другой момент быть. Старый имел в виду, наверное, то, что вот пришло, допустим, ну постоянно же ходит там человек 28-29 там. 25 взяли, остальные, ну, получается, бежали зазря. Можешь проще наказать людей, которые привели к этой ситуации, оставить все по-старому? Ну, если наказать, а за, в смысле, как наказать? К чему-то... Нет, ладно, вопрос не в этом. Леха, вот дальневосточный рейд, если придут в первую очередь наших же будут брать? Вот если, допустим, 35 человек, и 25 из них наших, ты возьмешь наших или как? А вы убьете фул составом ДВшным ту же самую? Это не суть, да, суть в вопросе. А по шмоту всегда так и было, что в приоритете идут те, кто приходят, ну, на конкретное время. То есть те же самые ДВшники, которые приходили на каких-то боссов, да, вечерние, они не в приоритете были на инст. У вас там с танками дохуя людей стоит, с проклятием. Просто ДВшники. Так-то у нас второй рейд, на самом деле, намного большой у него прогресс для сервера, у второго рейда. Вот я и спросила, говорю, вы без помощников убьете РС и Джайну? Ну, типа, я так поняла, что Лёша будет набирать в рейд исключительно тех, которые необходимы для определенных боссов. Это да. Смехи там делать нечего. Я к тому, что если он понадобится, допустим, в Фростгорну, он его и возьмет. А если, допустим, у Фростгорна, ну, грубо говоря, там 5000, да, ДПСа, а у вашего ДВшника 2000, конечно, он Фростгорна возьмет на свой счет. Да нет, это понятно. Вопрос не в том, кто полезный, вопрос в том, кого возьмет он. Типа, возьмет, если будут примерно одинаковые игроки по ДПСу тому, то есть наш 5000... Тот, кто мне нужен, того я и возьму. Кого он считает, что босс упал, он берет, из-за этого рассчитывает он. Я это имела в виду, да. Кто мне нужен будет на определенного босса, а не так, что кто там ну, хочет. Ну, в принципе, этому... понятно, что получится. Опоздал, либо тебя не взяли, сиди БГ дрочи, арену дрочи. Так бы, будь на подсосе. Либо просто во втором окне играй в другую игру, как я обычно это делаю. И как бы... Варя... Не знаю, я обычно в диз залетаю и слушаю. Народ одеваться не будет. Да и хуй снаряд. И кому нужно тебе одеваться? Ну, в принципе, не, да, кому нужно тебе одеваться. Типа, если ты одевал уже 5 кусков Т5 на танк, о чем тут говорить? Если да нет, я одела 5 кусков Т5, грубо говоря, а мне нужна Трини и Приор, я хрен кому место уступлю, если мне не скажет РЛ. Даже если меня будут в личку бомбить, я хрен кому место уступлю. Ну, вот знаешь, и тогда встает вопрос, вот людей, которых там набирали, да, например, у кого нету Т5,
Да, ну в основном состав в жизни вместо никому не уступит. Ну вот я и говорю, да, это народ. Чуть-чуть непродуманная хуйня, стопудово. Кто-то ливнет нахуй, кто-то залупит, так и будет. Так я и говорю, народ одеваться не будет. А потом опять будем искать кого-нибудь. Шеф, а тебя не смущает, что пока мы сейчас в рейде, у нас часть людей сидят по аренам, по БГ, которые, по идее, могли бы снайпить? Ну, они не приписаны к его составу. Если там сидят не ДВшники, то их пусть. Это не наша проблема. Вот другое дело, вот когда ДВшник сидит за... Это уже поднималась тем. Да, Ауди сломался просто. Тут сама суть, если надоело, что люди хотят на замену какой-нибудь, блядь, кураж придумать, а здесь получается просто ущерб. Ну, обычно при таком раскладе делаются два состава, чтобы другие люди хотят было сказать. Да, Лёха, дружище, просто ты потом посмотришь. Особенно новенькие ребята, которых понабирали, я тебе говорю. Ну вот я сейчас с отпуска выйду, нахуй, я буду постоянно онлайн. Ты меня хуяк на замену пизданул. Да я, блядь, ну, я 4 часа не собираюсь сидеть, вообще ничего не получил. Ну, меня старик, ты не будет расти. Тот человек, которого на замену бы стали кидать. Понимаешь, это на мое усмотрение. Только на свое усмотрение я могу там поменять кого-то в рейде, блядь. То есть, допустим... Ну, я знаю, там, допустим, сидит у меня Тимыч на замене, я знаю, что ему этот босс надо. Я говорю, старый, иди посиди пока, блядь, на этого босса на замене, Тимыч зайдет. А, ну тут другой расклад, тут видишь, уже с тобой согласен, если ты, ну, ты-то знаешь свой народ, да, я знаю, но просто фишка в том, допустим, изначально-то начали по-другому говорить, видишь? Ну, я вижу, получается, этим людей, которым мне в рейде нахуй не понадобится на все это, тому подобное, значит, блядь, не судьба. Вот это смотри, совершенно. Да погоди ты, блядь, не фуди. Ну а вот смотри, например, вот новеньких ты добираешь, да? 260+. Вот когда они могут тебе понадобиться, если у нас тут 275+ люди. Ну и как человек себя покажет, если он не рачело. Согласись, вот смотри, старый, мы с тобой. Как он себе покажет, если он врать не попадет. И он не одетый. Ну вот да, я про это и говорю. У него будет проверочный рейд. Я думаю, что я новичков рейд не беру, это вы глубоко ошибаетесь. Не, я не утверждаю ничего. Я тут вспоминаю... Спрашиваю. Он про конкуренцию. На одну резку, когда у нас было 7 новичков за рейд. За один этот. И косячили причём. Мне кажется, это временное какое-то явление, чтобы отсечь, ну, либо определить, кто забьет хрен, грубо говоря, кто нет. Ну, у меня почему-то... Это не временное явление, это полноценное явление. То есть, грубо говоря, если вы проситесь на замену, учитывайте тот факт, что вы будете там сидеть без ЕП. Если это, конечно, я сам не поменяю. Ну вот, я про это и говорю, то что если там что... Короче, говоря, ты заходишь... Я правильно сейчас понял. Смотри. Идет рейд. У меня человек просится на замену. Окей, он уходит на замену, но без ЕП. Если меняю лично, ну, его лично я, то тогда он будет на замене получать ЕП. Ну все. Просто в первую, то, что сказали, блядь, совсем как-то в штуки ебашу. Просто кто заходит, просто видишь, люди некоторые не хотят помогать в рейде, чтобы, ну, быстрее убить босса по ДПС, там похилить. Они не хотят идти в рейд, потому что могут лутануть ГП там за чей-то слаг. Хотят сидеть на замене и получать ЕП. Вот, это кажется безопаснее. Я тебе больше могу сказать. Люди, когда знают, что надо будет траить РС хрем, они просто не приходят. Тут еще хитрожопие есть. А ты, старый, говоришь, вот типа новенький 260. Но если 260, он нормальный, если его, мы, допустим, взять его на пробу. Ну, ты понимаешь, сразу видно, даже сходить в обычку ЦЛКшку, там сразу видно будет, человек шарит или не шарит. Даже не шарит, он выше старым 260. По шмоту можно понять, шарит он или нет. Да подожди, не разговаривай параллельно со мной. 260, жди в гильду. Ты не затыкай меня просто, пожалуйста. И как бы видно было, что прогресс-то шел, что у него, что хоть и 260. Также есть люди тоже. Блядь, как бы не в обиду. А как бы не в обиду другим, но вот, допустим, Лок, Розалина, как вот, блядь, нет, хуй знает, вот,
смотришь в рекаунт Локи, Даркис и Розалина, как бы. Шмот практически одинаковый, а результат пиздец. На 30% на 40%. Ну, у них ката слишком разнится, по-моему. Там третья ката. Первая ката. Ну, ката, я чё Локом не играл. Там, ну, блин, понимаешь, тут тоже тот момент, что споты решают очень сильно. Да. Короче, ката, это все очень долго. Это все очень долго можно обсуждать, все равно при выборе нас особо как-то и не спросят, да и спасибо тем, кто как бы привел к этому. Вот все. Ну да. Давайте дальше мы идти. Ну, бессмысленно, просто мы разговариваем, все равно Леха сделает так, как считает нужным. Скажешь, не скажешь. Он может прислушаться, но все равно сделает так, как считает. А вот те, кто реально, ну, не приходят, ну, просто зачем так делать? Я вот, допустим, я бывает слабо, ну, я не спорю, ну, блин, я стараюсь максимально приходить, даже вот сидя на работе. Нет, потому что, ну, мне это нравится. Мне нравится один нюанс. Когда рейд собирается из меня нормально, да? Лёх, ворон. Сейчас. Когда рейд собирается более-менее нормально, и в рейде, там, допустим, есть место свободное и тому подобное, мне люди пишут плюс на замену, а не в рейд. Вот это мне больше всего нравится. А, они слово прям пишут, плюс замена, да? Ну, или как? Это... Да. Я как бы ни разу так не писал, я всегда пишу плюс, плюс один, в либо пати. В смысле, рейд не фул, а не просто на замену? Что это, да. Бля? А, ну, бля, я так не делал ни разу. Блять, я знаю, в кого пальцем ты. Если знаю, много людей, в кого тут можно теперь пальцем под... Так можно было делать? Я понял тогда тебя, откуда ноги растут. Амир, как делать? Бля, снимите гаврика. А? Понятно. Я на пол рейда сразу понял. Да нет, блин, я... Как бы, например, если бы были люди... Я бы мог написать так. Не парься, ты не один. Ну что, нету. Вы там словите. Точнее, рейдж. Они есть, но они сидят всяких зуломанах и прочих этих рейдах. Не, ну таким можно просто ГП выдавать. Либо Лёха делает обычно по хардкору сразу. Ну, сейчас. Я вот, например, до сих пор не понимаю, что у нас Ауди до сих пор делает. Он сейчас, вроде будет. Один день нормальный, один... Будет отойти. Да, Ауди отпросился у меня. А, ну, тоже другая тема, когда человек отпросил. На заломан. Всегда пожалуйста. Блядь, на Ауди не гони, он перепсиховал и сейчас просто молчит. Заметил? Что надо, он ГМу скажет. Вот такая у него сейчас система. Ауди меня предупредил. Ауди сказал, что это... Что ему, блядь, тринкет надо выбить, потому что он без одного тринки ходит. Он с тринкой ходит. А нахуй вы загрели еще народ? Скажите. Я случайно, ебаный рот, что ты. Старый. Бомба-то. Просто хи. Тебя убьем. Ходит с одним тринкетом. Он попросился сегодня сходить в Зуламан выбить сетку. Не, ну он там вообще как бы по факту ходит с полтора тринки. Он его раз хоть перепродал, сам виноват, второй тринкет. Ладно вам, какая разница, виноват, нет, ГМ отпустил, в чем проблема? Я не про это, я про тринки. Он их распилил нет, просто все, море, он при мне три выбора распилил. Он у нас уже был в гильдии, старик. Я говорю, ты его еще узнаю. Прошлый человек, это обсуждаете его. Вообще, какая разница, что с ним? Уже сказали, что он отошел. Зачем вы его обсуждаете, сидите? Надо же о чем-то поговорить. Давайте сидеть там, обсуждать кого-то очень интересно. Давайте Войда пообсуждаем. На базаре. Давайте Войда пообсуждаем. Вон бью я лично. Войд, одевай танка. 17к. Когда ты 5 будешь ронить? Вчера снималась ЕПшка. Слышишь? Вот, я на вчера снимал всю ЕПшку. Вчера я на всю ЕП снимал.
О, блядь, Денчик вовремя зашел. Я после этого трэша релогнусь, меня прям активируют. Можешь, Лёхич, можешь перерыв сделаем после этого? Я уже терпеть устал.